Поиск пропавших без вести на Северном Кавказе обсуждали в Пятигорске. Там прошла итоговая рабочая встреча миротворческой миссии имени генерала Лебедя. Эта организация была создана в конце 90-х. Ее главная задача – розыск людей, пропавших в зоне контртеррористических операций и вооруженных конфликтов, а также совершенствование законодательства в этой сфере. Сотрудники миротворческой миссии имеют опыт работы по розыску захоронений, сотрудничают с подразделениями МВД, прокуратуры и общественными объединениями родственников исчезнувших людей. Благодаря миротворческой организации мы нашли брата. Нам удалось перезахоронить, привезти его с Москвы, похоронить его, как положено по нашим правилам и законам. Большое человеческое спасибо всем, кто участвовал в этой организации. Если бы не эта организация, я знаю, что я не смог бы найти. И после захоронения ко мне многие обращались, спрашивали, как, что. На Пятигорской встрече участники подвели итоги последних 2 лет работы и обменялись предложениями. Что еще можно сделать, чтобы пролить свет на судьбу пропавших без вести?